В настоящее время на территории города работает 4 угледобывающих предприятия. Это разрезы Нерюнгринский и Алонгринский, акционерное общество Денисовское и шахта Локоучакицкая. Разрез Нерюнгринский является ведущим предприятием города. В 1995 году здесь было добыто 9 миллионов 817 тысяч тонн угля. Разрез называют уникальным по мощности пласта, сосредоточенности огромной массы угля на небольшой площади и по огромным объемам вскрышных работ. В сложных условиях вечной мерзлоты и горного рельефа к району добычи угля подведена 146-километровая железная дорога Тында-Беркакит-Угольная, получившая название «Малый БАМ». Принята технологическая схема, предусматривающая при разработке вскрышных пород применение отечественных экскаваторов ЭКГ-20 и импортных типа 204М фирмы «Марион» США. Из года в год угольщики обеспечивают бесперебойную поставку своей продукции потребителям, увеличивают объем экспорта. На обогатительную фабрику Нерюнгринская приходится 77% общего объема продукции, выпускаемой угледобывающими предприятиями города. С каждым годом растут показатели переработки угля и выпуска концентрата. С разреза уголь поступает на комплекс погрузки, где его перебирают и дробят до нужного класса крупности. После, по схеме конвейеров, уголь поступает на открытый склад и в железнодорожные вагоны. В первые годы здесь отгружали только энергетические угли, а со сдачей фабрики была запущена вторая очередь погрузки. Концентрат отгружается в основном в Японию. Угли, которые принимают на комплексе «Промпродукт», поступают на ТЭЦ и ГРЭС дальневосточных регионов Хабаровского края и Сахалина.